И в продолжении темы. Согласно президентскому проекту, программа социальной газификации предполагает бесплатное подведение газа до границ частных домовладений. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Сделать это можно как через портал госуслуг, так и в мобильных офисах. Такие пункты работают в разных точках Московской области. Одним из мест на территории округа, где была организована работа мобильного офиса, стала деревня Дальние Прудищи. Мы заключаем здесь заявление, заполняет человек, дальше передаем, и связывается менеджер с ними. Приезжает уже на местность, делает все расчеты, то есть до границ земельного участка бесплатно. Жители деревни отмечают, что благодаря мобильным офисам не нужно ехать в город Видное и тратить на это целый день. Здесь можно не только оформить услугу социальной газификации. Лариса Морозова пришла, чтобы составить договор технического обслуживания. У меня взяли все данные, дали телефон ответственного работника, который будет заниматься этим, и сказали, что в ближайшее время со мной свяжутся. График работы мобильных офисов публикуется на сайте Мособлгаза. Также информацию распределяют через социальные сети.